Привет, привет, мои дорогие ребят, я практически готова на работу. Сейчас завтрак, я только пила кофе, уже вам все свои новости рассказала. Ну, пока у нас очень богатый завтрак. Это пока то, что у меня есть на пожрать. Вот сыр, кусочек сыра. У меня еще есть что пожрать. Там сыр-то еще есть на завтраке. И вкусняшка, икра и батон. У меня есть батон, еще есть. Представляете, когда все закончится, ничего не будет, и выживать на 200 рублей. Вот это вот будет, да. Но не выживать, я уже сказала, что я экономлю. И как смогу. Получится, получится. Сыр вот не очень, конечно, хорошо. Да фиг знает, из чего он сделан. В общем, девочка, как тебе бантик? Ой, девочка, как тебе бантик? Держится. Как прибили, так и держится. Сыр ни хрена не размазывается. Ладно. Будем учиться, будем жить. Кто-то не смотрел мое видео, в котором я рассказываю, ведь есть и новый зритель, я начинаю экономить, потому что у меня очень много хочется чего купить. Да даже если не хочется, надо уже копить на следующий год на отдых. В цены все в магазине выросли. Давайте что-нибудь съедим. Поэтому мне еще хочется помочь детям денежкой, да, что там. Живу на 200 рублей в день. Но пока у меня есть что есть, я это купила. Естественно, смысл будет это все валяться. Я эти 200 рублей могу там, ну, купить, что нужно. Вот куплю, что нужно мне сегодня. У меня сегодня по плану только молоко, в принципе. Ну, может, булка хлеба. А все остальное у меня пока есть. Жить можно. Будем вспоминать бабушкины все давно забытые рецепты. Кстати, на канале «Будни Ани с дочкой» я иногда буду выкидывать рецепты экономные. Мы будем же жить все равно. Ну, что на 200 рублей? Ну, я одна. Но некоторые, знаю, выживают и... Сейчас, если разделить, посчитать, в принципе, 200 рублей в день. Ты мне всю камеру трясешь. Это выходит 30 дней взять, грубо говоря. 6 тысяч. В принципе, если пенсия там 12. Так и выходит. А на это я еще не знаю, хватит мне на хозтовары или нет. Это я пока только на питание, а там уже посмотрим. А может, мне понравится, может, я так и буду жить. Буду миллионершей. У меня в плане стать блогером-миллионником. И быть миллионершей. Шесть тысяч на одного человека, это, в принципе, даже, наверное, будем их хозтовары. По мере возможности. Покупай. А не сообщаю мам, хоть на 300, гонь 300 рублей, это уже 9 тысяч на одного человека. Это даже не минимальный корзин, ну, они же считают минимальную корзину оплаты труда, да, он там рот. Но в эту корзину-то еще входит, в принципе, квартплата, что ты должен получить 12 тысяч, но ты же вычли за эту, за квартплату-то. Они же это не считают, что в эту корзину ты получаешь эту 12 тысяч, ты еще должен вычесть за квартплату. За все заплатить там какие-то налоги и покушать. Я ругаюсь опять. Они бы себе вот
Они даже, пусть я даже согласна им выдать 300 тысяч. 30 тысяч. Какие 300? 30 тысяч. Даже вот я бы расщедрилась. Заплатили бы за все свои апартаменты, которые не 50 метров, не 60. И уж я не говорю, кто живет в однокомнатных. А заплатили бы за проезд в транспорте, за апартаменты. И жили бы на 30 тысяч легко. Что-то я не знаю, еще что ли бутербродик съесть. Что я приду-то поздно. Давайте я еще с собой бутербродик съем. Не знаю, возьму с собой что-нибудь. Покупать-то уже нельзя. Если я сэкономлю, это все будет тогда, придется у меня и на Ютубе, да, там видео такие же выпускать. Если я сэкономлю, я куплю себе что-нибудь вкусненькое. У нас, я же говорила, что у нас прям рядышком. Но это надо сэкономить. И, кстати, мне... Я сейчас еще бутерброд намажу, пока жри, Наташ, пока ест. Ну, пропадет же добро-то. Ну, вот. Я сейчас им, тогда уже можно что-нибудь купить, будет вкусненько. Я же тоже с расчетом на этом. Пока у меня все есть, я могу откладывать. Юлечка, Никача, Никамер, я уже не могу над тобой. Ты поела. Не дам я тебе это ничего. Все, ни булок, ни макарон уже. Нельзя, все. Это. И могу себе что-нибудь, может, я себе суши сэкономлю. В общем, будем все по мере. А может и ничего. Все вопросы по мере поступления. Сегодня мне только молоко. Даже уже лаваш не купишь. Дорого получается, пока ты не сэкономила. И снять мне надо хотя бы на 3 дня. У меня там денег мало с карточки. Снимание, ну, если женское снимаешь, тебя берут проценты. А если снимаешь Сбербанка, не берут. Поэтому у меня хотя бы сегодня, завтра и воскресенье 600 рублей. Ну, чтоб я вам отчитывалась. Потому что снимать надо или по пути на работу, или с пути, или когда идешь на работу. У нас здесь близко Сбербанка нет, а специально не пойду. Ну что? Думала, надумала, затянулась я в такие сети, но будем. Ну, я уже сказала, почему. Просто так я не стану. Может, вы мне какой-то стимул дадите, там, я с вами экономлю, честно, хочется что-то купить. Насчет одежды, у меня все есть, у меня все лежит. Мне вот, ну, платится купить какой-нибудь. У меня даже футболок полно. Куда выйти, платья нарядные есть, сапоги, все у меня есть. Ну, пока я проживу до лета, до весны, прям вот... Ну, так я и буду еще на одежду себе экономить. О, чтоб весной что купить. В общем, раз, пошла такая пьянка, режь последний огурец. Все, встречаемся. Видео, наверное, будет больше. Считайте, я сегодня должна показать еще, что я купила вечером. Ну, рассказать, как прошел, показать, да. И еще, значит... Ну, мукбанк уже пойдет на завтра. Это уже нам... А может, еще пожрем. Посмотрим, как у меня же... Ну, у меня есть макароны. У меня много их макарон. Там мясо... Там, если я показывала, там макароны, а внизу мясо. Перемешать. У меня еще есть яйца. Ой, живу. Кстати, мне кажется, если я одна живу, есть... понятно, что покупать в Фикспрессе 6 рублей бпшку вермишель сожрал и забыл. Потому что для себя одной варить, как бы, вот эту всю пачку вермишели не айс. Ну, даже полпачки, я ее есть не буду. Или потом будешь доедать и давиться. В общем, я все продумаю, все ходы и выходы. В общем, я болтаю, а болтать-то мне, когда мне болтать-то некогда. Все, пока.